Меня зовут Роман, я из города Молодечно. Живу там все свое время, с самого детства, с рождения. Семейный бизнес, парикмахер. У родителей парикмахерская по наследству, то есть мама парикмахер всю свою жизнь сознательно. Ну, то есть перешло по наследству, я, получается, работаю. Права у меня вообще с 2004 года. Путешествуем мы, ну, с женой очень много, ну, как бы давно женат, уже больше 12 лет. Путешествуем и по РБ, и за пределы страны часто ездили. Ну, на Белоруснефти заправляемся практически всегда, потому что, ну, нравится и приветливый персонал, и как бы само качество топлива, в принципе, устраивает. Ну, у нас Молодечно очень удобно расположены, получается, заправки. Мы живем за городом, много ездим, получается. Поэтому по дороге есть заправка Белоруснефть, туда постоянно заезжаем. Ну, у меня карта лояльности уже давно, ну, поэтому я уже не отслеживаю, получается, розыгрыши, там, все остальное. Ну, не слежу за этим, но она у меня есть, я ей всегда пользуюсь. То есть мне приходит рассылка, я знаю, что проводятся рекламные игры, но как бы просто я за этим не слежу. Ну, заправился и заправился, потому что, ну, живем за городом, надо ездить на работу каждый день. И, ну, километража, в принципе, нормально, поэтому заправляемся довольно-таки тоже часто. Ну, честно говоря, не мечтал, потому что мне казалось это вообще недоступным. Что это какая-то фантастика, что вообще можно что-то выиграть. Ну, это для меня это как что-то невероятное. Мне когда позвонили, я вообще был просто шокирован, удивлен, ну, что это вообще случается. Я когда рассказал своей жене, она мне вообще не поверила. Она сказала: не отправляй никому паспортные данные, ни в коем случае. На тебе возьмут кредит или еще что-нибудь. То есть надо... Ну, у меня категории А нет. Но возможно, что мне понравится. Ну, мотоцикл, как он у меня стоит в гараже. И я сдам на права на категорию А. Ну, еще я не решил конкретно. Ну, то есть мы обсудим это с семьей, что у меня есть ребенок, и как бы, ну, это не совсем безопасно ездить на мотоцикле с моей точки зрения. Нет, не, ну, конечно, мы по молодости играли, там, покупали билетики Суперлото, но максимум, что мы выиграли, это еще один билетик Суперлото. И все. В остальные выигрыши, как бы, ну, я не игрок. Я не играю. Ну вот, если такие акции проводятся, то, конечно, я в них участвую. Но на самом деле даже выиграть, ну, для меня это нереально было, ну, с моей точки зрения. Круто ощущать себя победителем такого ценного приза, мотоцикла. Фото уже видел, очень красиво. Ну, заправились мы, получается, ну, я помню этот день, я посмотрел коды, у меня было два выигрышных кода. Я заправлялся на выезде из города. Ну, и мы ехали, получается, ну, за город в тот день. Рано выезжали, и вот получилось, что этот шанс вот и выиграл. И как бы круто получилось. Я считаю, чтобы выиграть, ну, не надо чего-то ждать, там, надеяться. Ну, конечно, надо просто верить, то, что, да, чудеса, они действительно иногда случаются. И просто обычный человек может, ну, так вот, не зная об этом, выиграть, там, и мотоцикл, как я, может и денежный приз выиграть. Ну, это вполне реально. Как мне сейчас казалось, это, ну, это реально. Заправляйтесь на АЗС «Белоруснефть» с картой лояльности и не забывайте рассчитываться картой от МТ-банка, MasterCard. И удача обязательно улыбнется вам.